4 рази гупнуло. Оце ж оце полетіло, тому там далі ті дома теж зруйновані всі. А оце видно сюди зривною волною на них попало. Жіночка, подружка моя, вона там зараз в лікарні, їй від макушки до п'яток вся в спина і все в осколках. Вона лежить в обласній лікарні. Я как раз стою в это время, и хорошо, что я встал и отошел трошки в сторону, к стенке. Там у нас телевизор стоит, а тут балконная дверь. Это самое. И здесь как раз взрыв. Хорошо, что я встал в сторонку, потому что стекла как раз там, где я лежал на диване, стекла прямо полетели на меня.